Кстати, детям до 13 лет могут запретить регистрироваться в соцсетях. С такой инициативой выступил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике Руслан Гатаров. В несознательном возрасте ребенок пишет зачастую такую чушь, за которую ему во взрослой жизни будет очень и очень стыдно. И это может обернуться против него самого, в частности, при устройстве на работу. К примеру, при устройстве на госслужбу, когда какие-нибудь ушлые блогеры найдут ту или иную информацию и вынесут ее на всеобщее обозрение со всеми вытекающими из этого последствиями. Приводит слова Гаттарова, «Эхо Петербурга».